Сахалёк Такубай и ихние приключения. Эй, Джонни! Насой, Орман, насой! Ты чё вытираешься? Чё, брезгуешь, что ли, на? После насвоечка нет желания пить. Фу, ёбаный! Молодые люди, не подскажете, а где улица Жамбыла? Эй, мана, долбоёб, тот раз в магазин там выходит, берет, блядь, бутылку, не заплачивает, да, выходит там, Твой позитивный друг. Блин, братан, как жара невыносимая, духота стоит, дышать нечем, да? Вот. Классно же, зато девочки в шортиках ходят. Да-да, девушка, да, я все выплачу, да, ага, до свидания. Задолбал уже этот кредит, ё-моё, с банка звонят и звонят, задолбали. Да ладно, классно же, зато ты кому-то нужен. Братан, представляешь, в армию забирают, ё-моё, повестка пришла. Да ладно, классно же, зато на гитаре научишься играть. Блин, братан, у меня, кажется, импотенция, потому что все у меня не встает, прикинь. Да ладно, классно же, прикинь, ты девушку уломал и на хату к себе пригласила, и дело до сексу доходит, и ты отказываешься. И она думает, какой джентльмен. Братан, что ты без настроения? Да блин, мне жена бросила, вот завтра на развод подает заявление. Да ладно, классно же, она как раз Ерболу нравилась. Сейчас я позвоню, его обрадую. Пусть порадуется парень. На, папей. Мам! А ну-ка сядь. А ты что, себе новую футболку купил? Да нет, это старая. За 25 тысяч, да? Так, сейчас надо что-то придумать, только главное реальную цену не называть. Да нет, она вообще 550 тенге стоила, там скидка просто была. 550 тенге, вот так значит. Матери врём, да? Обманываем. Сегодня ты мать обманываешь. Завтра ты что, меня бить будешь? Может, ты меня кормить не будешь? Вы что умеете, только врать, жрать и срать? Вы больше ничего не можете. Чё шумите, а? Нагима, чё, новые очки купила, да? Блин, если он сейчас узнает, сколько это стоит, он нас убьет. Нет, это мне бухгалтер вместо премии подарила. Как, ну? Блядь, вечно мои деньги тратишь, блядь. Вам только жрать, срать и мои деньги тратить. Брат, мне так, на полу поселишь, да? Да нет, ты что, макро, эти вместе лежат. Ты что, пойдем. Что там у тебя соседи? Ну, пойдет. Рассказывай, ты че? Короче, что там? Мы с ней поцеловались. Фигня, че, как там у тебя соседи? Это, короче, тут раз я ее, короче, Я, а так, родной, нажал-то на лодка, трос достал, простите меня. Лодка нам нужна, вот она, на руле. Сейчас будем кататься, она. Эй, пошел нахуй, у меня all-inclusive, нахуй. Команда ей, ну. Команда, охрана снизь, ты что, терпила, что ли? Пойдем пообщаемся, заеб. И а так, родной, на за границей, вон, нажах-то на all-inclusive, вон, на. И, родной. Нангара. Эй, вот так, на. Вот так. What do you want? Убери телефон за столом. Ладно. Мама, я хочу сладости. Дай мне шоколадку вчерашнюю. У меня вчера купили. Никаких сладостей тебе. Сперва нормальную еду покушай. Диасага, вы в магазин идете? Слышь, Щегол, ты что, меня за сушняком хочешь отправлять, что ли? Отдыхай, понял? Вот шоколад! Смотрю видео, ничего не делаю! Александр, я вчера у вас пакет забыла. Я его заберу, на следующий день еще приеду. Yeah!
пожалуйста. Зачем тебе деньги? Ну, у меня старые вещи, я на новых вещах хочу одежду купить. Я постоянно одежда, деньги. Я пацану, ағаның ескі киімдерін киіп жүрсің ба? Ба, вот братаның алып қойды, ағаның киімдерін киіп. О, самурас как раз, братишка! Бауыржан, айда. Пойдемте, пообедаем. Шеф, мы, наверное, сами... Вы сами, вы что, шеф откажете, что ли? Пойдем, все, вместе пообедаем все быстро. Пойдем. Я не понял, Бауыржан, у тебя какая зарплата? 70 тысяч. А у тебя? 68. Я пойду руки помою быстро, хорошо? Приду, давай. Алло, Ерике. Ты же у нас СБшник, да? Проверь, пожалуйста, наших снабженцев, Бауыржан и Айдара. Они, блин, тут устроили, блин, ханский обед. Пришли покушать в Хаганат. У меня зарплата 200 тысяч, я столько не кушаю. Они, я не знаю, как левы явно делают. Проверь, пожалуйста, ладно? И это потом Лена, есть бухгалтерша? Тоже отправь сюда в Хаганат, да? Надо ее тоже проверить. Конечно, тоже левы делают. Все, поехали. Все, поздравил? Да, поздравил, конверт отдала. А что там, что за праздник? Там чесал кисер этот, путь резали ребенку. Кто резал? Роза Рымбаева, ее пригласили. Вот не пойму сейчас, зачем вообще цаугисер нужен, а? Они вот зовут специально звезду, чтобы разрезала пут, и ребенок что-то ходить, или похож будет на звезду там. Вообще жесть этот. Ребенок, если в 10 месяцев пойдет, он будет в 10 месяцев пойдет. Или в полтора года пойдет, он в полтора года пойдет. Это стресс для ребенка. Потом еще выбираешь деньги, книгу там или игрушку. Вообще традиции многие надо убрать вообще казахи. Уже казахи, жесть у нас. Все какие-то традиции некоторые, вообще ни о чем жесть-то. Вот у нас будет, когда годик, мы просто день рождения сделаем, да? Да, да. Никого там путы, муты резать не будем. Турегали позовем и все. А зачем турегали? В рот плюнет нашим ребенком и все. Ну не путы, зачем тебе путы? Лучше пускай в рот плюнет, да. Так. Всем привет, меня зовут Магрипа. Я обыкновенная казахская енешка. Я сегодня расскажу вам про свое любимое дело, про свое хобби. В общем, мое любимое дело – это выносить мозг своей келинки. Так сказать, мешать ей жить. Ну, не знаю, вот мне кажется, это у нас в крови, да, вот мешать им жить. Вот, не знаю, бесит она меня. Вроде хорошая, нормальная девочка такая. Бәріне дести, тамақ сит, үй жинает, жапшақсы қызу. Бірақ не знаю, вот бесит меня, вот бесит, сейчас я вам покажу. Доча, дочь, ты что там делаешь? А, давай, кешкіге дайындал, етасы на столды накрывай. А мен қонақ шақырдым. Ой, өзіміз көп адам болмайды, свои, где-то 75 человек. Не мамкай мне, не мамкай. Все, давай, готовься.